игры у многих в европейских клубах, но окей, кто нашим мешает? Ну, хотя бы у нас есть тоже игроки, которые играли там в чемпионате, точнее в Лиге Чемпионов, в Еврокубках. Раз уж наши такие крутые, что они, у нас наш клубный чемпионат считается таким топовым, ну, как бы это, конечно, миф, но тем не менее. Потом по поводу уровня игроков.